Здравствуйте, уважаемые студенты. Тема лекции номер 14 – оформление результатов научных исследований. Основные рассматриваемые вопросы – устное представление информации и внедрение результатов научных исследований. Отчет о результатах исследований должен быть представлен, как правило, в письменной форме. Но в ряде случаев исследователи предпочитают также представлять результаты исследования посредством устной презентации, которая дополняет письменный отчет. Существует несколько причин для устной презентации, так как в ходе нее, первое, соответствующие лица обязательно ознакомятся с результатами, рекомендациями и выводами исследования. Второе, имеется возможность уточнить или пояснить любые непонятные вопросы по отчету. И третье, тему можно расширить и обсудить проблемы, не затруднитые в письменном отчете. Устный отчет также должен быть ясным, кратким, полным, логически последовательным и не содержать ошибок. Таблицы и особенно диаграммы служат отличным средством передачи результатов, выводов и рекомендаций. Устная передача информации отличается от письменной, поэтому необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Первое. План презентации призван помочь аудитории следить за ходом представления устного отчета. Этот план составляется с целью увязки информации, которую аудитория только что увидела и услышала, с информацией, которую ей предстоит увидеть и услышать. Это достигается периодическим подведением итогов и логическим переходом от одной темы к другой. Например, мы только что ознакомились с тремя доминирующими типами восприятия товара. Потребитель считает, что товар слишком дорого стоит, что его сложно отыскать и он не очень надежен. Теперь давайте рассмотрим, как влияет на покупку товара каждый из перечисленных типов восприятия. Второе. Средствами презентации устного отчета служат аудиовизуальные материалы. Это средство используется для того, чтобы информация, полученная в ходе презентации, запомнилась надолго. Наиболее распространенные формы наглядных средств для презентации – лекционные плакаты, слайды. Также презентации все чаще проводят с помощью компьютеров. Тот или иной тип визуальных средств избирается в зависимости от уровня официальности презентации и размера аудитории. Слайды используются для больших групп, а лекционные плакаты в маленькой аудитории. Третье. Таблицы. Графики, диаграммы и пояснения к ним должны появляться одновременно. Цифровые таблицы и диаграммы не следует представлять без пояснений. В письменном отчете пояснение достигается объединением таблиц, диаграмм и текста. При устной презентации разъяснение выполняется с помощью поясняющих заголовков на листе или пленке, где размещается таблица, график или диаграмма. Четвертое. Таблицы, графики и диаграммы должны быть выполнены так, чтобы оказывать сильное визуальное воздействие. Наиболее эффективно то визуальное представление, которое отличается простотой и помогает аудитории понять материал. Поэтому при подготовке наглядных материалов необходимо использовать один и тот же удобный для чтения шрифт, избегать развернутых предложений, использовать рисунки и диаграммы, где это возможно. Пятое. Подготовка и проверка презентации. Перед презентацией необходимо в обязательном порядке проверить помещение и оборудование, убедиться в том, что все оборудования находятся в рабочем состоянии, расставить стулья и разместить наглядные материалы так, чтобы во время презентации к ним можно было свободно подойти.
Умения и навыки ведущего презентации непосредственно влияют на ее успех. Ведущий презентацию должен помнить о следующих правилах. Необходимо согласовывать темп презентации с аудиторией и не бояться отступить от начального плана презентации. Следует поощрять активное участие, но не терять контроля над ходом презентации. Роль ведущего заключается в том, чтобы контролировать ход обсуждения и не дать презентации сбиться с намеченного плана. Необходимо проявлять уважение к аудитории. Нельзя разговаривать свысока или стараться показать, как вы умны. Необходимо демонстрировать свое расположение к аудитории от начала и до конца презентации. Нельзя начинать выступление с извинений за то, что презентация будет длинной. Следует тщательно подготовиться к презентации и досконально знать излагаемые в ходе презентации материалы. Должен существовать контакт с аудиторией, то есть необходимо разговаривать со всей аудиторией и нежелательно обращаться только к руководителям или к определенной части аудитории. Одежда ведущего должна соответствовать уровню официальности презентации. Устная презентация результатов исследований и публикация письменного отчета об исследовании используется в процессе принятия решений. Поскольку это длительный процесс, можно ожидать, что и после презентации или издания отчета об исследовании клиенты или сотрудники будут обращаться к исследованию за конкретной информацией. Письмо или служебная записка, в которых исследователь сообщает конкретные данные, полученные при исследовании, должны удовлетворять критериям качественно выполненной письменной работы. Более того, в таком сообщении нельзя подавать запрещаемую информацию без контекста или толкования. Сообщение результатов исследования в виде письма или служебной записки должны состоять из введения, содержащего данные справочного характера, краткого описания источника данных и способов их сбора, собственных данных, интерпретация значения данных и способов их правильного применения в рамках указанного вопроса, предложение предоставить дополнительные данные, имеющиеся отношение к проблеме. Если все эти элементы сообщения присутствуют, резко снижается вероятность ошибочного восприятия или неверного использования данных исследований. Спасибо за внимание. До свидания.